Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с участниками симпозиума по прецизионной медицине. Нам нужно научиться сформировать общую корпоративную культуру между теми людьми, которые занимаются фундаментальными исследованиями и нашими клиницистами. Поэтому нам очень важно мнение профессионалов и людей, которые принесли какую-то новую ленту. Во встрече поучаствовал и проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов. Исследователи из Ноттингемского университета Великобритании, Корнеллского университета и компании Elsevier США высоко оценили проведенное мероприятие. Особое внимание было уделено профессору Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберту Резванову. На встрече были обсуждены результаты симпозиума по прецизионной медицине. Это очень важное направление, очень важно встречаться, сверять часы, чтобы молодые исследователи и студенты принимали участие в таких мероприятиях, обменивались опытом и пожелали, мы и коллеги согласились сделать это мероприятие ежегодно. Медицинское образование должно постоянно развиваться, а в России не только соответствовать мировым стандартам, но и искать новые пути для роста. Нужны врачи, которые бы понимали, что это такое, и принимали активное участие в разработке новых методов лечения. Перед нами как раз стоит задача в Казанском университете воспитывать новое поколение врачей, врачей-исследователей и врачей, которые бы могли вот эту вот геномную революцию нести в клинику. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.